Компания Риском Инжиниринг начала подготовку к строительству двух многоэтажных домов. По окончанию этой стройки многие лабытнанцы, живущие в ветхом и аварийном фонде, смогут переехать в более комфортабельные условия. С каждым годом в Лабытнангах становится все меньше ветхого и аварийного жилья. Город растет и развивается. На смену двухэтажным деревяшкам приходят кирпичные дома. Сегодня на строительном рынке города трудятся две компании-застройщика. Они уже получили разрешение и возводят более 17 тысяч квадратных метров жилья. На участке улиц Первомайская, Заполярная, Октябрьская, Ленина ведутся работы по подготовке территории для строительства многоквартирных домов. На этой площади застройщик Риском Инжиниринг построит два четырехэтажных дома, куда заселятся 192 лабытнанские семьи. Ну, конечно, будут свои какие-то отличительные моменты, такие как отделка фасадов планируется металлическими панелями. Также тут все продуманы решения по обустройству территории, это как детские игровые площадки, спортивные, хозяйственные, ну, по всем определенным нормам строительства. Кроме того, по соседству с четырехэтажками скорым временем начнется строительство семиэтажных домов. Здесь определен подрядчик «Ямалстройтранс». В настоящий момент компания разрабатывает проектную документацию, затем приступит к освоению земельного участка. Параллельно с жилищным строительством администрация города предусматривает развитие инженерных сетей.